Всем привет! Мы открываем фестиваль движения, 5-й. Это юбилейный фестиваль, проходит здесь, в драмтеатре. Буду посмотреть, сколько замечательных лиц, сколько камер. Лиз, ну скажите привет, давайте, скажите спасибо. Видите, какая энергия, ну позитивная энергия, потому что фестиваль движения несет только движение, только хорошую позитивную энергию. Безусловно, сегодня это стало уже визитной карточкой города Омска. У нас апрель, Омск, прилетают птицы после зимовки. Фестиваль движения. Открыт! Национальный кинофестиваль дебютов «Движение». Прямая трансляция церемонии закрытия 29 апреля в 18:30 на нашем канале.